или футбола, приятного спортивного отдыха. Сегодняшний матч судят главный судья Сухов Дмитрий, Нижний Новгород. Судьи Новинки. Селев Александр, город Нижний Новгород. Чернышев Вадим Артатов. Инспектор матча Кислов Алексей Вячеславович Навашин. Уважаемые любители футбола, разрешите познакомить вас с составом играющих сегодня команд. Наши гости – футбольные команды «Металлург» из города Выкса. Вышел на игру в майках белого цвета и шортах синего цвета. Ворота защищает номер 32 – Тюрин Дмитрий. Номер 3 – Филин Виктор. Номер 15. Тещин Александр. Номер 5. Куташов Александр. Номер 10. Тарасов Иван. Номер 11. Яшин Николай. Номер 19. Небутин Алексей. Номер 9. Залетин Александр. Номер 23. Баулин Дмитрий. Номер 9. Ремезов Вячеслав. Номер 22. Косоногов Алексей. Запасные. Номер 20. Баландин Алексей. Номер 14. Калантаев Михаил. Номер 17. Крылов Илья. Номер 7. Шалунов Андрей. Ну а сейчас, уважаемые болельщики, не скупитесь на аплодисменты. Мы объявляем состав футбольного клуба ИК. Хозяева поля вышли сегодня на игру в красных цветах. Ворота защищает номер 1. Байчурин Михаил. Номер 20. Каманин Владислав. Номер 19. Махалов Андрей. Номер 10. Лобачев Владислав. Номер 18. Тугушев Борис. Номер 5. Глушков Михаил. Номер 21. Симонов Михаил. Номер 7. Маленов Сергей. Номер 14. Феоктистов Вячеслав. Номер 11. Мартин Никита. И капитан команды номер 12 Лосев Иван. Запасные игроки. Номер 77 Шошин Евгений. Номер 17 Гладков Евгений. Номер 3 Васильев Дмитрий. Номер 16 Тюльпанов Андрей. Номер 5 Рахманин Амин. Номер 13 Дергунов Сергей. Номер 8. Кузнецов Максим. И номер 23. Качкин Серафим. Понятно.
Отлично, спасибо. Для нашей команды последний раз в первом круге. Состав плюс-минус такой же предсказуемый, как всегда. Единственное, что ворота, конечно, изменили. Вместо Антона Крошкина, который не смог приехать на сегодняшний матч. Ворота сейчас будут висеть. Что в каком смысле? Город закрыт и сорок, поэтому сюда пускают только по приглашению, скажем так. И Антон Крошкин не смог приехать в город. Также подтверждено, нет призыва на поле. Дмитрий, Денис Исаев на работе в данный момент и смотрит нашу трансляцию. В голове там получил помещение Александр Залетин. Да, и обратно встретиться хорошо. Сегодняшнюю встречу буду комментировать не один. Мне будет помогать. Можно представиться. Житель города Саров. Чуть-чуть подробнее, но научных нет просто. Житель города Саров изначально футболом. Будет мне помогать вести онлайн-матч. Для этого у нас был опыт с Михаилом Бочковым в Арзамасе, как мне кажется, успешно достаточно. Может быть, что-нибудь расскажете про Саров, кто не знает, чего не знает. Уважаемые болельщики, знатоки и любители футбола, мы напоминаем вам, что на территории спортивного комплекса «Икар» нельзя курить и пользоваться открытым огнем, а также проносить и разбивать спиртосодержащие напитки. Да, я слышу, что команда лично приехала.
название, там какие-то горки. Я думаю, что там все очень сравнивается, есть какой-то там официальный. Я думаю, что официальная причина не может называть те люди, которые с этим близко связаны. Ну, поскольку я с таким прям не сильно знаком, просто я слышу, что команда приехала с Ауру. Да, но это не совсем, наверное, та команда была, это совсем другой коллектив, другие задачи были. Как мне кажется, мне настолько неизвестно. Все дело в оптимизации корпорации, как структуры, как касается участия системы. Соответственно, удобнее там, команда базировалась в областном центре, и вся система была там. Ну, это только видение мое и некоторые информации из газет, специально скажем. Правда, не знаю. А так, конечно, очень жаль. Новый дворец наш будет пустовать от профессиональных хоккея. Но хочется надеяться, что команда South Invest, играющая на Харьковской области, будет по-прежнему собирать на стадион. Так это было с профессиональной командой. Кажется, тоже очень такой привести команду в Нижний. Но что вам с этой стороны понравилось, с другой стороны, ходит у меня вопрос ходить в Нижний, вопрос большой. Как, например, в Москве, много же там всяких различных спортивных мероприятий, что в город приходится. Гандбол такой, волейбол, всем там присыщен, московский зритель. Ну и то же самое здесь можно про Нижний ходить. В Нижнем немного играл, сколько там можно ходить, да. Причем самый высокий уровень. На команду ВХЛ. Ну, хочется надеяться, что по слухам она будет базироваться в Кизаровском районе, в Ледовом дворце. Если мы как-то так скажем, являющимся историческим центром создания ВХЛ. Хочется надеяться, что на автозаводе без поддержки команды не останется. А я вот еще хотел спросить, вот у нас вратаря же вот не пустили основного Антона Крошкина. Да, здорово. А я хотел спросить, а у остальных команд бывали подобные прецеденты? Насколько мне известно, это было и во времена хоккейной. Ну, часто такое бывает, не часто. Какой там периодичный такой был? Такое случается. Насколько часто, не могу сказать. Но были случаи вот очень резонансные хоккеи, когда профессиональные вратарей с именем выпускали в Ярославу. Болевых игроков. Это, скажем так, не первый, не последний случай. Да, точно, конечно, отпечаток закрытого и достойного договора. Я это все понимаю. Конечно. Пока равная игра. Да, равная тоже игра. Да. В основном в центре поля. Для нашей команды, конечно, безусловно важно брать очки в этом матче. Да, очки в этом матче нужны каждый из команд. Конечно же, и Витя, и Сарова. Приехали сюда гости, хозяева играют только победу. В прошлом году у нас как-то была ничья. Матч 1-1, по-моему, да. Если память не изменяет. Опасно, что такое может быть. Фюгин там били по воротам, да. Одного оставили, но толком удар не получился. Поэтому даже не ожидал, что полетит мяч. К нему он дойдет до него мяч. Вам дайте погромче. Я думаю,
оказалось, вы, кстати, сейчас присматриваясь на футболистов Сырой, все-таки есть и опытные футболисты. Уважаемые болельщики, знатоки и любители футбола, сотрудники спортивного комплекса ИКАР постоянно готовятся к встрече с вами. Работники спорткомплекса стараются сделать ваш спортивный отдых комфортным. Убедительная просьба не нарушать правил внутреннего распорядка и общественного поведения на спортивных объектах спорткомплекса ИКАР. Не оставляйте за собой мусор, не ломайте сиденья и, пожалуйста, не сквернословьте. Уважайте труд работников стадиона и футболистов. Спасибо за понимание и приятного спортивного отдыха. Какой у вас активный диктор. С собственным мнением, скажем так. Мамочка, не слышно на полгорода. На полгорода, да? Ну, я слышу, что мы с Евгением говорили до матча, как бы, что все равно компактный город. Хотя население тут больше, чем и все. Площадь Николаева, все будет по второй месте высокого. Ну, и студион, наверное, один из лучших в области. Да, а если это просто отметить. Впрочем, здесь гордится. Гримм хорошо дал пас Тарасова. Получил свеч Гримана. Передачу. Ну да, потому что когда мы приехали на стадион, мы увидели, что все новенькое. Все поле очень зеленое, газон хороший. На поле, кстати, я так не выходил. Обычно перед матчем выхожу смотреть, как у газон. С виду, да, поле хорошее. И вам сколько лет назад выстрелили? Сразу, да, ну, как бы, нет, нет, сразу, помните, естественно, было другого поле. Правильно? Изначально. Если память не изменяется, то я представляю, назад, я все равно примерно как два года. 3-4 года. Вопрос, да, все то же самое, но только ворот не Антон Крошкин, а Дмитрий Сверин. Поставка говорится, ваша команда стабильна. Тоже может быть опасный момент. Угловой, да, зарабатывает Николай Яшин. Но, как говоря, не очень. Там очень много моментов. Команда так немножко полузакрытым в стиле играет. Осторожно, да. Может, погода вносит свои коррективы. Высокая влажность, да. Дождь периодически принимается. А вот что еще, кстати, хочется отметить на стадионе, что крыша есть. Например, на Паташевом магазине у нас крыша не везде. Не все, не все площадь закрывает. Безусловно. Да и крыша еще сделана таким образом, что она никоим образом не мешает просмотру. То есть нет никаких баллов, как, например, там у нас, в Парву, там, например, там же. На ровном месте кто-то из защитников мог повести. Таким образом, сильно наказать.
Хотел спросить, а вот зачем ты из профессионального можешь сходить сюда, как из второго? Кто, на ваш взгляд, определяется в команде? Честно признаться, персонально не возьмусь кого-то выделить, а вот стараться играть. Командный футбол, лентых лидеров, как впереди, так и в обороне, прослеживается, но есть интересные ребята, и из тех дебютантов, которые у нас сегодня в составе, дебютантов этого сезона, на первом стороне стоящего. Время за опасный момент. 1-0, время за матч в матче. Хороший выход. Ворот получился. Я сейчас вас немножко проспал момент, виза тот, как они играют в фазе атаки, когда я вижу, что это было один. Лидер один, да. Лидер наш один. Тоже команда вперед. Да, что ты говоришь? Шестой год. У нас таких футболистов целые... В команде гостей гол забил. Ремезов Вячеслав, номер 8. Счет 1-0 в пользу Металлург Выксера. Пусть он не физически форме не самый лучший, но в плане интеллектуального вышли, видели, да, видели поле на отлично. Он как бы играет в этой ситуации. Отличный пас. Даже, наверное, не посмогал, прям чувствовал, что по воле он находится на том месте. Для Ремезов тоже. Ремезов отлично цепляет, зимище отлично действует на втором этаже. И Косоногов. Не поражает еще сейчас Косоногов. Мог бы, наверное, сам пробить. Попадал он на Паулину передачу. Динамичный момент. Комбинация наигранная. Поэтому я вам сказать не могу, на тренировках я не появляюсь в Металлурге. Невысокий подачи, низко подачи, колеса. Не знаю, конечно, кого они наигрывали, я случайно получил. Ой-ой-ой, перекладина от вратаря. Еще один молодой. Там бил по перекладину. А вратарь, кстати, коснулся. Молодой, нет, кстати? Так, если у нас, я правильно помню, Михаил Байчурин из воротах, Дико так озвучил. Это достаточно опытный вратарь, он уже несколько сезонов выступает за нашу команду. Начало только сезона он не играл, но последний, если память изменяет, два матча, один или два матча он в стартовом составе. Отлично, как сыграл в том сезоне. Там удар буквально там метров 5 было отпасло. Ну, вообще ничего не делает. Ну, чувствуется, что это немножко придавил. Саров. Есть такое. Последний, да, минут 10 это наблюдается. Ну, у седьмого номера тоже был хороший момент, когда метр там снизу сидел. Да. Мяч прошел в метре от своего. Все, ребята, опять команды, которые играют на выпуске? Нет команды, которые... Да, второй на данный момент одна команда, играющая на выпуске. В прошлые годы еще был Дубль, молодежь, которая в своем дивизионе играла. И, наверное, чуть ли не пол команды у нас, по крайней мере, пол заявки состоит из ребят, которые... выпускники, скажем так, школы, местные. Вот у меня еще был вопрос, но я пока слушал, забыл. Еще один главой. Если как на сей раз верхом. Посмотрим. Верхом пошла передача. Так, поставили одного. Затягивается. Баулин Дмитрий забивает второй мяч.
Ну, совершенно один оказался, но прям... Да. Не досмотрели. Не досмотрели. Все для корон. Не подстраховали вратаря. А у тебя вопрос, были наиграны все две подачи низу? Потому что первая подача вверху сразу получилась. Да. Пошло. Да, это середина первого тайма и счет 0-2. Это уже веселая заявка. Веселая девочка, да. Хотел отметить, что второй матч подряд команда бывает с углового. В прошлом матче с Сибковым также забили. С углового. На 15 тогда еще не забили. Нет, не на 1-2. Там игра получилась, конечно. В команде гостей гол забил Баулин Дмитрий, номер 23. Счет 2-0. Впереди гости. Пока готовился еще к трансляции, смотрел, что Саров 3-3 там сыграл с Химиком в Ирбинском. Да, это была первая домашняя игра в этом сезоне. Очень тоже получилось эмоционально. Химик, надо признать, ребята очень боевые. Да, там по мне достаточно... Они многим крови, как говорится, попили. И побьют еще тоже, наверное, на 100%. Наверняка. Несмотря на то, что они на последнем месте, пока расположились. Я думаю, это ничего не значит. Своячка я к любому человеку. Тогда был настоящий тренер, когда ходили вперед, потом проигрывали, потом уже были близки к победе, но удаление. Соперник 3-3. Эмоциональный брак. Ну, такие, наверное, самые приятные для болельщиков, пусть для тренера. Да, это же как раз и отметил Артем Александрович. Главный тренер. Он для игрока, что игра для болельщиков должна быть очень интересной и зрелищной. Несмотря на потери 3 очков. Снова атака. Мои глаза расклеились. Больно сурово. 2-0 уже ведем. Давно не было атак хозяев. Вот сейчас не было офсайда. Что-то получится. Пускай там можно. Сумма, что я хотел спросить. Какая посещаемость? Сурово. Как вообще ходит ли на год по футболу или ходит? Посещаемость, конечно, как и во многих городах нашей страны, часто зависит от погоды и от каких-то параллельных событий, которые происходят в городе или в стране. Но в основном, в среднем, примерно 150-300 человек посещают домашние матчи. Сегодня, наверное, чуть больше. Ну, погода, конечно, все внесла к тебе. Если честно, если бы я не надо было бы снимать, я бы, наверное, тоже не хорошо передавать, потому что... Ну, вот когда мы будем звук совещать, был дождь, то есть не самая такая погода. Ну, плюс еще на стадионе, я еще много раз об этом ходил с трансляцией, я говорю, что там находится... Потому что даже без крыши до него добираться-то неудобно. Находится в отдалении от центральной части города. А здесь у нас, как бы, прямо центр. Это центр, центр города. Там спрашивал, Ротека, может, смотрят трансляцию. Там высвечивались фамилии игроков, кто забывал. Ремезов там написали с ошибкой, может быть, это имя. Ну, да ладно. Не, ну все равно вот так вот визуально смотрю. Вроде, ну, есть народ, ну, пусть не надо, но... Ну, то, что я думаю, конечно, какая-то роль, то, что команда играет, но... Да, от результата, да. Конечно, тоже зависит. Все равно ребята стараются. Думаю, что все равно болельщик придет. С поддержкой команды не останется. И, наверное, со временем, конечно, результат улучшаться. Довольно интересно. Да, это же стратегия. Есть основная цель. Баулин запил с углового, пока мяч. 2-0 ведем. Инициатор не помогает.
использовали как помимо такой модель правильности. Молодые вместе с опытными ребятами, с мягкими передавать. Снова атака, выход 1 на 1, удар 0-3 от штанги. Гимезов оформляет дубль, ну прям видно, что очень классно. В команде гостей гол забил. Вячеслав Гимезов, подсказываем Виктору. Гимезов Вячеслав. Да, гроссмейстерский показатель. Номер 8. Счет 3-0. Второй момент, второй шанс Гимезов реализовал. Так, бомбардировка, неудачная реализация, пока на предельном уровне. Нет, но это не показывает, показывает 0-3. Ну, может быть, сейчас играем, может, веселее пойдет, не знаю. Уже ребятам тягать нечего, я имею в виду кого-то самого. Можно уже чуть повернуть вперед пойти, попытаться погонять. Да, снова опасная атака называется. Да, там нарушил правило положенное. Ну, не дали, пожалуйста, сделать подачу. Гимезов долго возился с мячом, залетен. Вот, Александр забывает стрелять в позиции, но не ждал он. А вот замен, кстати, попал в своего игрока, как-то удар-то похоже в сторону. Ну, я думаю, там у тебя получилось удар, низом все-таки. Второй у нас Василий Дмитриев. Даже двойная замена. Евгений Гладков. Они у нас получили еще не нападающие, но я вижу, что Василий бежит слева. Ласкин нет. Да, замена. Слева вышел. И Калинин Владислав. В команде Игар замена. Вместо игравшего под номером 20 Камаева Владислава на поле вышел Гладков Евгений, номер 17. А обычная сколько замена у Славы происходит в матче? То есть там одна длина. То есть полная скамейка, потом выходит, а вообще сколько можно заменить? Мне кажется, на данном уровне без лимита, да? Те, я точно не это не скажу, но Евгений, может, подскажет? 7 замен. Ну, в нашем случае, в случае команды ИКАР Саров, очень много зависит от длины скамейки. И если прошлый сезон вспоминать, то там порой выходило 1-2-3 человека от силы на замену, потому что очень короткая скамейка была. В этом сезоне, конечно, со скамейками более-менее лучше. И я думаю, сегодня можем увидеть замен 5, а то и больше. Просто, например, в нашей команде замены не то, чтобы они редкие, но вот если команда выигрывает, тогда замены идут. Если нет, то много Виктор Николаевич кидается там с камень. Ну, в зависимости, конечно, выигрываем, проигрываем, там как матч. Да. Состав у вас опытный. Ребята сыграны. Минимальные изменения. Куда она? Ну, Артем Александрович, тренер Зикар. В конце одобрения. Очень происходит сейчас на поле. 0-3.
принципе, думаю, в данном случае я прав. Да, что делать? Нет, все-таки все равно справедливо. Да, ты не давал, просто не помогай. Ладно, все-таки мы помогали тебе все. Какой-то сидели. Сейчас я могу видеть, конечно. Да. Если первые 15 утра у меня равные, то сейчас, конечно, чувствуется и территориальное преимущество, и клиентам со здоровьем. На самом деле, честно говоря, не прям что ты сказал момент, там, не знаю даже, как правильно выразиться. Ну, стандартно были. У нас пока вспомнить... Ну, не 100% вариант был нашей команды, да. У нас пока вспомнить, кроме удара. Чуть выше ворот, без зуба. Нечего, к сожалению. Даже то, что, наверное, есть индивидуальная ошибка забили Винзов, потому что оставили вон того. Оставили зону вот эту, да, свободу, когда он дважды рвался. Ну что, в принципе, не моля за Стэн Вячеслава. Все, в свой момент он гамму организовал. Нет, спас. Последний, да. Был близко к черному углу. Аут. Опасно, он был в аут. Дошел, чуть-чуть не встал. Дождь был тоже, видимо, да? Чувствуется борьба сегодня. Уже второй раз. Ну, не знаю, я бы уже поспорил. Еще бы еще в матче. Если бы игра была бы такой игровой ступор. Да, ну, не, я понял, что я понял. Может, не знаю. Ну, хочет надеяться, да, что самое главное без травм. Ну да, сильно. Снова замена. Хозяин. За неполный 40 минут. Да, выходит Максим Кузнецов. Ушел с поля Андрей Бахалов. Здоровье Ивану. Полезными шагами. А вы тут еще внимание применять, да? Да. Другого игрока. В команде Икара замена. Вместо игравшего под номером 19 Махалова Андрея на поле вышел Кузнецов Максим, номер 8. Категорически запрещено выходить на футбольное поле. В противном случае будут применяться административные меры. Ну, бывает. Идет и связь с ним, она открывается.
не самый стабильный, но самый дешевый. Реклама немножко. Главная трансляция на земле. Еще Калюша хотел спросить. Как вы можете сказать? Да, да, да. Мы вас Коля Богдан, молодежь. Да, команда, молодежь развивается, я вот пригласил последние там, 2-3 года заметно. Хочется надеяться, что и в основной команде очень многие смогут закрепиться, для себя проявить. А я тоже полностью так. Да, многие ребята играли на области в свое время, в составе молодежной команды, тогда еще Сорок. Наверное, незаметно, чтобы не осталось на пике. На поле сейчас находится. Думается, что Галов еще сегодня будут. Судя по статистике. Не самых результативных. Команды по металлургу, да. И металлург сами забивают и пропускают, и дают играть, скажем так, соперникам. Вот я еще хотел дополнить, сказать, что момент, дом успел поднять его защитника, потому что это нормально еще. Ну а то, что, допустим, проиграли, когда Богородск там 5, там по ходу матча, наверное, на 0-5 команду не наиграл. То есть там, да, были ошибки, но значит, там просто пропустили 4 мяча за последние 15 минут. То есть там 5 выходило. Ну, то же самое и в Шахтере, когда за матч играли, когда сыграли 3-7. Многие там тоже мяча сами пропустили. Ну, там, конечно, и на другой, мне кажется, Шахтер более мастеровитый, что прям видно, что это надо. Я имею в виду в сравнении с Богородским. Ну, Богородск лидирует пока на данный второй. А он еще двое играет. Не скажу, как он. Опять же, по центру вратарь первого мяча. Хорошо там отдавал Косоводцев, прям чувствуется опыт, что буквально в одно-два касания. Да, нужно сделать пас. Какую силу нужно сделать? Интеллект. Да, да, да. Чувствую сочетание. Сейчас, когда штаб получилось чуть сильно в залете. Поэтому для меня, как для комментатора, появление Косоногова в составе всегда приятно. По началу сезона он выходил сам со скамей. Что называется, никогда не думаешь. Снова. А ладно. Подсказывал снова голкипер, что Богородск казнил был за масс. Поэтому лидер. Да. Мяч уходит на угловой. Ну, уже, наверное, последний, наверное, стандартный в первом тайме. Я думаю, судья там много не будет добавлять. Были остановочки пару раз выбегал. Медик. Да, были остановки. Минуту или две, возможно, да, будет добавлено. Я просто от тебя обычно бывает, что сидит не очень там что-либо добавляет. Есть такая интеллектуальность. Особенно в Германии. Да, 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 тоже хотел сказать про Германию, что да, да.